эпизода. Андрей Залезский у нас играет слева, а Алексей Залезский в центре обороны. Удар головой. И обратите внимание, кто пробил головой. Хороший пас от Дмитрия Комаровского. Топ головой скидывает на Януша. Обратная передача на Комаровского. Момент у Дмитрия. Удар. И 1-0. Шахтер забивает. Отличную атаку провели с олигархами. Справа заметен Глебко, он без опеки, на него и идет передача, пока что эти диагонали на Глебко лучше, чем. Можно продолжать, Матвейчик делал низа передачу на Януша, но помогает обороне Бабко. Юреевич, удар с левой, почему не попробовать, мягко скажем, играть в каждом матче, кажется, что Александр Юрьевич не так уж и просто, учитывая Еврокубки, теперь уже. Регулярно смещается в центр, обратите на это внимание. А вот Михаил Афанасьев прикован как-то к правому флангу. Глупая потеря Микалюна. Очень хороший удар около владения эстонского вратаря. Газека. Афанасьев. Матвейчик. Заброс штрафную. Понятно, что Николай наш поборется. Такую борьбу в этом случае он проиграл. Комаровский с левой. Удар. Влево тебя удал, дубль оформляет Дмитрий Комаровский. Ну что ж, точку набираем. И будет перейти. Вот он располагается. Удар. Политики, наверное, будет подача. Бабко. Куркатенко отбивает. Его так много. Ну а дальше что? Зубович. Бабко. Микаль у нас. В этом матче в игре Шахтера мне нравится и завершение, и выход из обороны в атаку. Януш. Подобный момент он обычно не прощает, что здесь с колоссальным трудом дается игра впереди. И вот сейчас неточная передача. Ну, конечно, когда ты много пасуешь назад, так иначе брак будет случаться. Януш. Януш замечает слева Микалюнаса, но неточную передачу отдает. Бабко мяча разыгрывает Алисейка, и можно бить, хороший удар у Алисейка. Ставит корпус Николай, но вот не всегда у него получается, благодаря своим габаритам, оттеснить соперника и сыграть мяч. Какая отличная передача, а Николай у нас пятка на Старгородского, и немножко не в так, а медленно ходит. Конечно, играя в таком темпе, Шахтеру очень трудно будет забить. Януш забегает, Микалюнас получает пас Саулюс Микалюнас, против него Залезский. Микалюнас направо высмотрел Михаила Афанасьева, тот встречается с мячом, принимает его пас на Комаровского, но попадает мельков Старгородского, и таким образом Шахтер сразу же летит в контратаку. Комаровский на Ковалева, не очень удобная передача, атака продолжается. Ковалев этого не стоит. Ковалев. Снова работа для Игоря Кузьмина. Не показывает глубоко, что нужно продолжать играть. Все правильно, все правильно. А Куркатенко, передача на Януша не проходит. Легко. Залезский. Рулович на партнера, удар. Легко подает Ковалев. Есть перед ним метров 20 чистого поля. Необходимо разгонять атаку Юрию Ковалеву. Смещается он в центр. Но надо же дальше тянуть мяч Юрию. Он уходит в правый фланг. Замечает Артема Старгородского. Ну хорошо, что без потери. Подача Старгородского. Комаровский. Юшкевич показывает, что Кузьминку тоже необходимо поддержать этот стандарт. А Сергей Матвейчик опускается, чтобы два футболиста было сзади у Шахтера. Подача Комаровского. Выпрыгивает Козека. Ну если бы еще ранило, чем не бывает. Сбегается. Подача очень хорошая. И там просто не успел замкнуть скидку Павла Рыбака. Перед мячом сейчас отойдет. А может быть и другой футболист исполнит удар. Нет, Алисейка. Назад на Алисейка. Сейчас будет подача, судя по всему, штрафную. И на этом программа этого матча закончена. Переходим на мужской финал Уимблдон. Всем спасибо за внимание и до новых. Уважаемые болельщики, определены лучшие игроки матча. В составе хозяев футбольного клуба «Слуц» лучшим игроком признан Андрей Залезский.